Опа, Наталья Николаевна, а ну за фото. А ну стал на место. А давайте для начала поздороваемся. А мы пришли сюда, чтобы подарить вам офигенный юмор и зажигательный танец. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. С вами команда КВН 80+, и мы начинаем. Представьте, в класс пришла, ну, очень крутая новенькая. Я новенькая. Представьте, обычная ситуация в школе. Проверка сменной обуви. Ну, пожалуйста, ну чистая она! Сама носи! Каждая девушка мечтает сделать это. Ну что, дочь, села? Мама, зови батю, пусть несет домкрат. Дом девочки находился между ПТУ и кладбищем, поэтому, чтобы не было страшно, она шла через кладбище. А мы продолжаем. Представьте, школьник возвращается домой по темным переулкам ХТЗ. Слышь ты, дылда, не слышь ты в шапке, слышь ты в куртке, да что такое? Случай в травмпункте. Девушка, как это вас так угораздило? За полчаса до этого. Представьте, трудовик пришел на урок после ночного клуба. Значит, детки мои золотые, берем вот это молоточек. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Ой, давайте с другой стороны попробуем. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Ой, давайте дрель возьмем вот это вот. Николаевич, помогай! Обычная школьная пара на выпускном. 3 часа ночи. Учителя биологии и физкультуры на пикнике. А для вас выступала команда КВН 80+. Вышли, покорили и ушли. Спасибо!